Приветствую на канале HardRest Info. Перед нами Motorola Moto G42. Сейчас покажу, как на этом устройстве включить режим «Не беспокоить». Итак, для начала открываем шторку быстрого доступа, нажимаем и удерживаем кнопку «Не беспокоить», настраиваем его так, как нужно, и нажимаем «Включить». Вот и все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.